Прежде всего, майнинг — это процесс тяжелых вычислений, за который можно получать деньги. И самое привлекательное в нем то, что работаете не вы сами, а ваш компьютер или отдельные его составляющие, которые в связке называются майнинг-фермами. Сегодня разберем подводные камни, а также актуальность майнинга в 2017 году. Вы смотрите познавательный канал о технике под названием Twack Day, и мы начинаем. А начнем мы с небольшой предыстории о майнинге, хотя я уверен, что около 80% зрителей точно знают или хотя бы пару раз слышали это слово в своей жизни. Сейчас это довольно популярное занятие, многие заменили этот способ заработка с дополнительного на основной. Вкратце, майнинг можно охарактеризовать так. Покупаете материнку, блок питания, оперативку и самый простенький современный процессор. И кучу среднеценовых видеокарт. Например, до лета 2017 года актуальными моделями были Radeon RX 470 и 480, а также чуть менее популярный GeForce GTX 1060. Почему до лета, сейчас и обсудим. Итак, чтобы зарабатывать на майнинге криптовалюты, нужно учитывать такие факторы. Жуткий нагрев помещения, где будет стоять ферма, большие затраты на электроэнергию, сильный шум, издаваемый кулерами нескольких видеокарт, а также никогда не стоит списывать со счетов банальный выход из строя того или иного комплектующего. И вот сейчас нарисовалась еще одна проблема. Многие майнеры, многие начинающие майнеры, которые собрались покупать и собирать фермы, столкнулись с проблемой отсутствия комплектующих, а именно видеокарт. Все мы знаем, что модели Radeon 480 и RX 470 уже не делают, а достать видюхи нового поколения по адекватной цене сейчас невозможно. Поэтому стоит или затариваться БУ картами, или ждать падения цен. Кстати, никто и не говорит о покупке в интернет-магазинах, нет-нет-нет. Потому что как раз там эти самые цены и пипец какие завышенные. Покупают обычно у перекупщиков, которые размещают на досках бесплатных объявлений свои предложения. Те же OLX и Avito, это самые популярные. И то свои заказы можно очень долго ждать, так как нехватка этих видеокарт сейчас замечена во многих странах. Это я говорю неспроста, потому что мой коллега с работы сейчас как раз таки собирает эту самую ферму. И в конце концов он решился взять GTX 1060 по более-менее адекватной цене. Более подробно показать эту ферму и рассказать подробнее о всех тонкостях смогу чуть позже. Поставьте лайк под видео, если хотите увидеть подробный обзор и полное описание того, как собрать и настроить ферму самому. А теперь и об актуальности в 2017 году. Я уверен, что спустя месяц-полтора цены на видеокарты для майнеров, будем их так называть, упадут, и купить себе ферму будет не так проблематично, как сейчас, в начале лета. Вне зависимости от того, какую монету вы будете майнить, стоит понимать, что в итоге вы все будете переводить в биткоины, а затем уже себе на счет в долларах или гривнах, рублях и так далее. Самое интересное то, что за последний месяц курс биткоина взлетел на орбиту, и у многих людей появился шанс, если не разбогатеть, то неплохо так подняться. На момент записи видео курс биткоина составляет 2530 долларов за один биткоин, при том, что еще в начале весны он был 1350 долларов. В то время можно было заработать общей прибыли примерно 35-40 долларов с одной карты RX 470. А если у вас ферма из 6 карт, к примеру, то и заработок соответственно в месяц будет около 210-240 долларов. Когда придет счет за электричество, не стоит пугаться. Никто не тырит вашу электрику, никто не подключился к вашей сети по-тихому. Это просто ферма сожрала около 50 долларов в месяц. Но в целом вы, конечно, будете в плюсе. Я считаю, что в качестве дополнительного заработка это совсем неплохо. Но для сборки такой фермы потребуется примерно 1700 долларов. Отсюда и окупаемость в 10-12 месяцев. Если же курс биткоина останется примерно таким же, как сейчас, а сложность вычислений криптовалюты будет увеличиваться плавно, то сейчас как раз именно то время, когда стоит собирать себе ферму, не задумываясь ни на секунду. Все довольно легко просчитать, и в идеальных условиях вы сможете получать около 400 долларов в месяц, при этом ваша ферма окупится за полгода максимум. Чуваки, вы не подумайте, что это все я расписал вам с интернета, нет. Я сам достаточно давно вникаю в эту тему, и в этом году также планирую собрать ферму. И общение с реальными людьми на эту тему позволили написать сценарий и сделать это видео для вас. Я очень надеюсь, что это видео станет вам полезным и интересным, особенно информация о доходах. Мало кто в интернете скажет вам такие точные цифры прямым текстом, но я стараюсь делать все на понятном языке. Поэтому буду рад, если вы оцените мою работу и поставите свою оценку, а также подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Ну а если подписаны, большое спасибо, что смотрите. На этом все.
Это было небольшое погружение в мир майнинга с той стороны, которую я за полгода сформировал для себя. Вы были на канале Twack Day, всем до скорого!